Ставкин разбор! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Итак, ребята, всем привет! Погрузка у нас кофе в Московской области сегодня. Вот чем удобен паровоз. Видите, прицеп загрузили, машину подломали и спокойно грузят. Вот так вот. Проще даже, чем фуру, наверное. Ну, вернее, чем тандем или какой-либо там. Грузят нам 33 палеты. Вес легкий, в общем. Вот так вот все это загружаемся. И едем мы в город Челябинск. Везем все это дело. Все, вырвался на трассу. Наконец-то я лечу. Наконец-то я еду. Спокойно по трассе. Правда, пока по 107 выезжаю. Получается, я сегодня ушел на Ленинградку. Ленинградское шоссе. Это на Питер дорога. И с нее, получается, свернул уже на 107-ю трассу. И сейчас по 107-й выйду я на Ногинске, объехав до хрена и больше, выйду на Ногинске на М7. Ну а там уже по прямой будем лететь, догонять Джека Дальнобоя, который едет тоже на, правда, на Екатеринбург. Мы должны вместе с ним пересечься и ехать. Поэтому будем смотреть. Догоним. Ну, я думаю, он подождет. Он все-таки в одиночестве не захочет ехать. Ведь, наверное, все-таки он дождется меня. И спокойненько уже поедем. В планах заехать в магазин где-нибудь по трассе до Челябы. Взять втулку Дышева, потому что ее чуть-чуть бьет. Вот. Когда ехал с помидорами, не сильно било. Сейчас у нас легкий груз. Бьет сильнее, потому что не знаю почему. Хотя на пустой машине ничего не било. Когда вот вообще пустая машина. Поэтому не знаю, с чем это связано, может. Но и втулку точно надо поменять. Она не новая далеко, поэтому она нуждается в замене. Дальше. Скорее всего, вообще в планах так. Блин, времени, ребята, реально вот нету, чтобы остаться в Челябинске хотя бы на день. Да? Потому что едем вместе с Джеком, получается, в Екатеринбург. Да, вот я, правда, взял груз до Челябинска, а надо нам ехать в Екатеринбург. И забирать оттуда уже, вывозить стадион. Вот это опять оборудование. Есть, поэтому... Арламов там еще что-то в навигаторе у меня говорит. Поэтому времени будет вообще мало просто заехать мимо, проехать Челябинск и не более того. Наверное, все-таки папажа придется заняться. Прицепом, машиной все-таки поработать еще, наверное, месяцок. Ну а пока, друзья, еду, пытаюсь как-то ехать. Ребята, снова всем привет. Просыпаемся мы. Как и обещал, с Джеком Дальнобоем. На супермазе Джек, на мане я. Проснулись мы на стояночке после Кстова. Это то, что после Нижнего Новгорода. Сейчас пойдем, короче, кафешку. Почистим зубы. Умоемся. И поедем дальше. Вчера припарковали. Вот так вот. Прицепик мой. В темноте, правда, уже было немного темно. Это запаска. Вот так вот. Вчера я вам не заснял. Как можно возить запаску на паровозике, когда у вас есть Дышево такое треугольное. Но это не запаска, это как бы так, вообще, на всякий случай, докатка.
Не, она... Мы ее Джеку отдадим. У меня запаска есть. У нее тоже есть. Вон моя запаска. А у него вот это вот вообще хреновая. В общем, его поменяем. Оно, видите, спускает у него. Все, идем будить Джека. И... Просыпаемся. Идем. Завтракаем. Кушаем, моемся, пьем, умываемся и едем дальше. Поехали. Вот же когда ведь была. Такая сейчас небольшая сходочка. Сходочка была мазистов. Феликс опять подъезжал на мази. Номер, видите, Чувашский регион. Как-то был он у нас с нами в Саранске. Сейчас он к нам. Мы приехали в его тут родину Цивильск. Где-то рядом он здесь живет. В общем, Феликс, давай тебе удачи. Разъезжаемся. Ты сейчас поедешь домой. Мы едем дальше. Ехать нам еще, мне еще 1479. Я покажу, как мне рисует. Так. Казань, видите? Вот, Казань, Уфа, Челяба. И потом на Катю поедем. Так, что, трогаем? Давай, Феликс, удачи тебе. Так, Евгений, а что с вами? Тоже едем. Тоже все, двигаем, трогаем. В общем, время уже жмет. Нам надо ехать. Завтра надо быть Жене в ВКБ, мне в Челябе. Потом я тоже поеду в ЕКБ. Тормознули, попили кофейку. Все, едем.
стали на Челябинск. Что-то ребята, видите, там, короче, гаишники движение перекрыли. То ли авария какая, то ли что-то случилось, в общем. Сейчас поедем, посмотрим поближе, пока стоим. Вон ДАФ видно, вон там вот стоит что-то немного поломанный. Непонятно, что случилось, в общем. Так, ну вот поехали, не знаю, смотрим. С левой стороны вот ДАФ перевернутый был или что ли он. Да, что-то такое у него. Ну поехали дальше, посмотрим, что здесь творится. Капец, вечно тут жуткие такие аварии происходят. Это вообще, блин. Так, ну вот это вот остатки от ДАФа, груз его. Ну а второй машины непонятно, кто был второй машиной. Спускаемся мы под Юрязань. Потихонечку идем. Тормоза вроде нас держат. Слава богу. Ого, 4 машины там прошли, что ли? Пробка большая. Видимо, этот ДАФ и был. Но с кем он столкнулся, непонятно. Нормально он там ушел. Из-за чего, чего, непонятно. Ладно, потихоньку будем ехать дальше. Осталось до Челябинска 230 километров. Спустился с Юрязани. Дымит левое колесо. Прицеп себя чувствует вроде нормально. А на машине левое дымит. Да там дымит оно, потому что там масло, помните, у меня давно было. Наверное, из-за этого. Сейчас пойдем. Прицеп потрогаем. Так, тепленький. Тоже тепленький такой. Слегонца тепленький. Это вообще холодный практически. Так, идем дальше. Идем. Так, ну и вот это тоже тепленький. Ну, можно подвести прицеп, чтобы он стормозил нам лучше. А так пока дымит, поддымливает заднее колесико у нас. Ладно, постоим, покурим. Вернее, кофейку попьем. Пусть остывает. Поедем дальше. Ребята, еще одна тут крупная авария. Смотрите, вылетел. Как он туда вылетел, смотрите. Вообще жесть. Ай, не повезло, ребята. Ужас. На подъем. Обороты почти 2. Температура 90. Скорость 35. Прицеп сзади. В Уреньку поднимаемся. Сейчас будем спускаться. Шел я на 6-й пониженной. Догнал впереди ребят. Переключился на 5-ю пониженную. Ну, идем. Нормально. Печка жарит на полную. Не перегреемся, надеюсь. Утро, приехал на выгрузку. Видите, Вольвочка заезжает сейчас на выгрузку. Мне тоже, скорее всего, туда придется заезжать. Не знаю, как сломаться. Вот та Toyota мешается. Попробуем как-нибудь подломиться. Капец, будем учиться заворачивать. Итак, господа, меня выгрузили. Лечу я уже в ЕКБ, в Катю, Екатеринбург. Поэтому снимать не стал, капец. Порвал, получается, перекидка вот эта электрическая, да.
шланги эти тоже зацепил, тоже, короче, ну, заломил прицеп, когда там на это самое парковался, заезжал, и, короче, по этим дышлам шланги сначала перерубил, ну ладно, шланги соединил, но уже укоротились, надо будет взять трубку эту подлиннее, удлинять их, в общем. Потом, что еще? Вот этот провод тоже порезало. Вот сейчас у меня левый поворотник не работает из-за этого, потому что провод, тогда на тот момент была включена аварийка, и провода замыкали, и, в общем, релюшка, вот видите, открыта у меня. Что-то я смотрю, дымок пошел, реле перегорело поворотников. Левый работает поворот, вернее, правый работает, а левый нет. Быстро едем в Катю, грузимся на стадионе и едем опять в Челябинск. Чуть-чуть займемся прицепом, вот, а потом, получается, уже завтра, наверное, поеду я в Москву. За выходные, думаю, что доеду за полтора дня. Нагрузят мне, не знаю еще, сколько мне по весу, может, тонн 10, наверное, загрузят. Ну и потихонечку попрем. Как-то так. Вот так вот, ребята. Рашид проехал. Здорово, здорово. Да, проскочил ты, вот, и я как раз еду. Ладно, Рашид, давай, тебе удачи. Едешь на Челябинск. Так жалко, что мы не смогли пересечься, посидеть, поболтать, кофейку попить. Времени нету, Рашид, ехать надо. Давай, свидимся еще как-нибудь. Обалдеть, ребята. Полгода не ездил по этой трассе. Смотрите, делают ее новую полностью. Это уже что-то вроде сделано, да, тут делают полосу, это вот как раз граница Челябинска и Екатеринбурга, со стороны Челябинска, она вообще тут была никакая, просто никакая, сейчас смотрите, здесь гладенькая, там будет тоже гладенькая, новый асфальт, все дела, слушайте, ну прекрасно, мне это нравится.